Такими темпами подвальный бубас перестанет быть праздничным, и никто не будет его ждать до 14 февраля, а станет обыденность. Ну, кстати, да, частенько что-то стали заказывать. Так, где он видит, что я тупой? А, у меня спринта нет. Ля... Леты непредсказуемый, конечно. Он шутит, он рафлит, он реально так думает меня пробить? Или чё? О, додумался сломать. Что-то начало уже интересное. Что-то мне подсказывает, что этот чувак будет примерно как-то Аня. Так не думаешь? Придется палец сливать. Дядя, не туда идешь, не туда идешь. Можно пошуметь, чтобы он меня нашел. Сейчас специально вот тут пошумел. О, заинтересовался. Работает, работает. О, два гена сюда. Юля, это ты жесткая. Мне нравится твой стиль. Ой, хорошо, давай перетяжку. Хорошо, красиво работает. Ой, что делает? Ну, может, ты упадешь хотя бы, чтобы я спилил? Или она так бесконечно будет бегать? О, упала. Тихо, 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 тихо. Сюда, сюда, чтобы на этот крюк понесла. Сюда подползи, чтобы на этот крюк понес. Ну, теперь на другой понесет, скорее всего. Ляха-муха. Хватит, хватит, хватит. Блин, да, хватило, yes! Ладно, хоть и не по красоте, я объясню, почему я не начал пилить крюк сразу, я не знал, на какую кнопку пилится крюк. Поэтому херня получилась. Ладно, сойдет. Мы засчитаем это за спасение, хоть я и упал. Но вроде неплохо. Я теперь знаю то, что на Q пилить, а на E орешек. Теперь у нас все получится. Блин, так она здесь не упадет никогда в жизни, она бесконечна. А, хотя по лету мы там слили. Мы там по лету слили, вот здесь она упадет. А там подвал, походу. Да, тут подвал, слушай. Тут еще дос. О, не, она никогда не упадет. Или упадет. Так, мне его понять. А, тут еще один крюк. Нихрена себе. Хорошо. Хорошо. Что-то не туда. Отползай, отползай подальше от крюка. Хорошо, ее подняли. Всего два сейва есть, получается. На скилле, получается. Спам вроде ничего такой. Так и клоун не особо умный. Вот против таких как раз-таки данная стратегия и работает. Так как надо. Так, вангую, что понесет сюда. Не понес сюда. Тогда в этот раз не смогу помочь. Извините, конечно. Надо орешек откатить. Спасаем, пока есть такая возможность. Беги, беги, подружка. Задолбать сейчас тебя.
Я вот, кстати, не знаю, там еще остались палеты с той стороны или нет. Ой, да добил ее опять. А у нее вроде осколок должен быть. Так, ждем тут же. Он специально ждет, пока у него осколок закончится. Хитрожопый пес. О, Адрик. По красоте. А чувак даже не ожидал и не побежал. Поэтому схлопотал по заднице. Так, ладно, давайте полечимся тут. Под устойчивостью быстро хил. Так, все, я пошел отсюда. Что-то он не хочет за ней. Там должно быть спасение, по идее, чего вроде успеет. На всякий случай я стяну 100... Хотя нет, давай ты меня похилишь. Потом приду на подмогу. Надеюсь, то, что под часами спасает. Там у кого-то вроде бы были часики. Ой, баланс. Хорошо, красиво. Он такого явно не ожидал. Хорошо, сейчас точно не донесет. Ты не понял, что я спилил. Он пытается на спиленный крюк его посадить. Ты понимаешь весь абсурд? А знаешь, почему так получилось? Я тебе объясню. Все так получилось по той причине, то что в момент хита я спилил, и он, короче, не понял, от чего уведомление появилось. Бля, такие беспонтовые фейки у него, конечно. Но перетянуться мне, кстати, некуда. Тут палеток нет. Через орешек можно попробовать в ту сторону. Там могут быть доски. Хорошо. Давай. Хорошо. Давай. Отлично. Боже, из такой жопы выбрался. Красиво, красиво. Давайте, ребят, теперь подставляйтесь. И ворота открывайте. Жопки подставляем. Давай. Ой, хорошо. Бля, вот это на скеле вы сейчас сделали. Вот это хорошо сыграли, ребятки. Просто респект вам. Слушай, я просто настолько редко играю с билдом крокопила, что, ну, для меня сейчас было кайфово. Я даже орешек научился иногда использовать. Мне понравилось.